Здравствуйте, дорогая церковь! Следующее богослужение пройдет 24 января в 11:00. На это собрание можно будет приводить своих детей, потому что начинает работу воскресная школа. Давайте наполним нашу церковь детским смехом и радостью. Также в январе на пасторском выезде было принято решение возобновить молитву за человека, за которого мы дали обет Господу. Давайте приведем как можно больше людей к нашему Господу и поделимся этим великим благим словом. Молитва за воскресное богослужение начинается в 10:00 в пасторской комнате на детском этаже. Все желающие могут присоединиться для того, чтобы благословить это собрание и подготовить свои сердца. Ждем всех на утренней молитве с 8:20 до 9 утра в онлайн-конференции Zoom. Все желающие могут подключиться и начинать день вместе с нами с молитвы и прославления нашему Господу. В следующее воскресенье, 24 числа, у нас пройдет общая молитва за Россию. Вы можете записаться у Сидоркиной Зинаиды Григорьевны по телефону. Уточните, что вы хотите записаться в молитвенную цепочку. В следующую пятницу, 22 января, мы приглашаем всех в здание церкви для проведения ночной молитвы, которая начнется в 22:00. А сразу после богослужения приглашаем всех желающих для евангелизации на запись к Ольге Каракуц. Можно по номеру телефона. От лица всей церкви мы выражаем благодарность всем, кто принимает участие в служении «Килограмм ближнему». Пусть Господь благословит вас, и, как написано в Слове, Он воздаст Ему за благодеяние Его. Спасибо вам! С 18 января по 7 февраля мы вместе со всеми церквями «Слово жизни» входим в Данииловский пост. Пастор Мацола объявил тему поста из книги Захарии. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Захария 10:1. Мы будем поститься о дожде Духа Святого на церковь и на мир вокруг нас. Присоединяйтесь к этому посту. Для всех гостей нашей церкви мы накрыли стол в пасторской комнате и ждем вас для общения. Приглашаем. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Благословений вам на новой неделе.